после семидневного ожидания чуда, наконец, в надежде, что Dental Office будет открыт, рано утром я приехал на стоянку. Что мне сказали в Дельта офисе? Знаете, есть такая картина Ильи Репина. Не ждали. Ну и что? Ну болит зуб. Дальше что? Езжайте вот в Пиндингтон. Это большой город. Может, там что-то и найдете. А у нас все впереди забито. У меня болит. Езжайте в Пиндингтон. Ну и я направился на север, 80 километров. Оп! Вот такая красота здесь. Впереди город Пиндингтон. Если хотите знать, как я выглядел в это время, посмотрите вот на эту урну. Это я. У них 100-метровка, даже больше. Я бы сказал, километровка, а не 100-метровка. Turn right onto Front Street. Кабинка выложена, все. In 200 meters, your destination will be on the left. Мне осталась после всех поликлиник одна забава. Сесть на велик, и громкий свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Я пришел к ним, говорю, ну а если после 4, двойная оплата, обслужите? Они на меня посмотрели и сказали, нет. Иди, Васенька, своей дорогой. Я слышу голос ночи, я вижу свет неземной. Когда в мерцании свечи она танцует со мной, и мне ее не удержать, но в этот прекрасный миг тени будут дрожать и покидать мир. Скоро под крики, что жизнь борьба, а путь к вершинам — наша судьба. Земля сотрет нас, как пыль со лба, и полетит вдаль. Останутся реки, поля, цветы, дельфины, гусеницы, коты. Хотел бы добавить и я, и ты, но не могу, пожаль. Мы движемся в полутьме, в окутавшей мир зиме, и тени над нами кружат, как дикое племя. И я не хочу знать, совсем не хочу знать, что сделает с тобой время. Вода очень теплая, очень теплая.
На пляже встретил ребят из Квебека. Разговорились, поделился я своей бедой. Сказал, что ночевать негде практически, $70 я не уверен платить. Но они тоже не богатые были. В общем, они мне дали наколочку, дали координаты. Говорят, приезжай туда после захода солнца, и там никого не будет, и переночуешь. В 6-7 утра надо оттуда уехать. Ну, я предварительно поехал посмотреть, где это, чтобы ночью не блукать. Вот, и, ну, и спокойно переночевал вот на этом месте. Спасибо, ребята, помогло. По каналу, что между озерами. Люди катаются на этих, на надувашках. Вот это здорово, наверное. Сколько их плывет? Прямо сплав какой-то медленный. Как вы уже поняли, я уже в обед освободился и рванул из этого города на полном газу. Ну что, сделали мне зубы? Рубашку сняли, штаны сняли, трусы сняли, морду набили, все расковыряли. И поехал я голенький дальше на запад. Обещали, что через неделю все пройдет. Ну вот. И я на полных газах начал мчаться по третьему хайвею. Хоуп. Город Хоуп. Надежда, если перевести, British Columbia. Но, конечно, в этот день я до него не доехал, а остановился в провинциальном парке на ночевку. Потому что сильно большой был стресс, болела голова. Ну, и вообще был уже хоть, ну, немного настроение у меня поднялось, как бы. Но все равно мне нужен был отдых. Речки мелководные и быстрые. Хорошее объявление. Третий хайвей, Steep Winding Road. Согласиться. Ох-ох. Провинциальный парк British Columbia. Сегодня стою здесь за $23. Дают только постоять, ну и соответственно есть душ, туалеты, можно ходить. Сейчас готовлюсь покушать. Перед этим я заехал в сайт. Там, конечно, красиво все. Но $71 в летнее время. Это не для нас. Я даже не знаю, для кого. Сайты практически заполнены процентов на 10. Вот такой тут девственный лес. Девственный, не девственный.
Здесь что хорошо, здесь к вечеру отпускает, и такая прохлада. Вот, мы готовим еду сегодня. Кушать хочется горяченького.